Галоп, если сокращаешь галоп для пируэта, темп галопа остается тот же, что и на собранном галопе. А работа зада остается активной. Меньше сократил. А ритма темпа сократил. Сел вот так. Глубже седло. Корпус не надо больше. Корпус хорошо. Вот так хорошо. Внутренний щитик выдержал. И оставляешь на внутреннем повороте. Первый темп. Наружный шейк и продвигаешь. Хороший пируэт для схемы. Для работы немножко больше продвигает пируэт. Нам нужен повод. Выдержал, давай двигаться по внутренней повод. Давай двигаться по внутренней повод. Вот, вот, вот так. Вот это лучше. Еще раз повтори пируэт налево. Точно так же, как сейчас направо. Начинаешь на месте, потом даешь в пируэте двигаться вперед, продвигаешь его вперед. Сел уже в седло, выдержал правую руку, падал. И теперь руку уступаешь, уступаешь руку, продвигаешь вперед. Продвигаешь, еще продвигаешь. Чуть спокойнее, ты обдал, дальше двинулся вперед. Вот, еще вперед, еще вперед, еще вперед. Вот. Иди еще вокруг меня, иди еще вокруг меня, просто на это. Просто на это. Право, право. На вальку, сначала на вальку, постарайся на вальку. Просто не вали себе, не пируй, на вальку вокруг меня. Вот, вот так. Теперь только старайся внутренним наружным шейкером немножко. Все, вот так достаточно. Вот так достаточно. Вот так достаточно. Еще раз точно так же еще. Еще раз точно так же, вокруг еще раз вообще такой. Вот, переведи. Не надо так назад. Переведи. Вот. И вышел, вышел. Теперь опять распусти его немножко. Продолжаем двигаться, но продолжай послать шейкером вперед. Вот так. И руку подавай вперед. Даешь ему потянуться, давай немножко подавай руку вперед. Больше, когда на шею. Вот так. Вот так дальше. Руки вперед, руку подай вперед. Вот так лучше. Продохнуть, и тогда рысь.